Состоялась торжественная церемония закладки первой сваи средней школы номер 25 в столице. Учебное заведение для средних и старших классов будет построено на улице Якова Потапова в 92-м микрорайоне. Трехэтажное здание площадью более 6 тысяч квадратных метров рассчитано на 350 мест. В декабре 2015 года в целях безопасности детей мы с аварийного здания переехали в укупленное уже по инвестиционной программе в объект. Мы сейчас находимся в укупленном, отремонтированном здании, где соответствует и требованиям надзорных органов. Самое главное, сейчас дети учатся в безопасном месте, в светлом, уютном месте. И, конечно, и мы уже... Коллектив школы уже настроен на более качественные показатели и качественное образование.